Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в последнего мага. Получить дополнительные ключи. 60 штучек, друзья мои, как с куста. Как с куста, блин, с какого куста? С тернового, с какого куста, Рэй? Хер ли ты херню молотишь, блин? С куста, блин. Успокойся. Будь на чили, будь ты на расслабоне, пацан, ё-моё. Чё ты полез? Куда полез? Ты даже не посмотрел, какой. Да и хрен с ним. Мы играем с тобой за сорка. За сорка-оборванца. Ну, смотри-ка, мне фартит. Пока фартит, друзья мои. Выставляем. Копейщики, за мной! За мной, плешивые. Так, это мой, все мои. С валуном, красавчик. Ушатал. Ушатал он его, ребят, с полтыка, просто одной тычкой. Я тоже прыгнул. Погнали. Ты видишь их? Видишь? Видишь? У него инвиз. А у меня нет инвиза. Все, ребят. Так. Давай сюда встанем. Да куда ты побежал, ты тупорылая башка? Сразу видно, не бот. Сразу видно, ребята. Это не бот. Давай, добивай эту шваль. Да рвани ты, блин. Смотри, что делать, а. Цорк! Молодец, красавчик. Чем там с тобой взяли? Мы взяли с тобой взрывную бомбу. Ну, так. Вояка, молодец, красавчик. Не дает хлычам просраться. Пошли, что ты меня бьешь, блин. Уже все, на нерваке. Пойдем нашего спасать. Где он там, наш? Что? Что? Так, бери его на себя. Бери его на себя. Ёпа-маковка. Положат нас сейчас, ребят, положат. Это неприятно. Блин, я остался один на один. Нет, вот наши ребята. Валишь? Вали им рыльники, всем разбивай. По красоте. А, нефиг, ребят, нефиг этим шик. Да? Наша команда выиграла, друзья мои. Эх, чуть-чуть. Чуть-чуть до ранга не хватает. Чуть-чуть. Мой фан. Нет, спасибо большое, я перебьюсь. Это у нас подземелье трио режим, оказывается, был. А можно мне пойти на... Сам понимаешь. Задание, да, я гляну? Так, победить не менее 50 крипов. Попасть в верхнюю половину. Опять верхняя половина. Открыть не менее... Так, и хэндзю. Восстановить здоровье. Так, блин, мне с этим метательным копьем надо, ребята... Метательное копье... Блин, тут еще и бочка подключилась. Вот как ни крути, а придется за пиро играть. Ребят, я понимаю, что многим не нравится этот пиро. Я понимаю вас, что вы негодуете, но... Пиро должен умереть. Прокачаться. Конечно же, ребят, пиро должен прокачаться. Пиро должен прокачаться. Подожди, а у нас... Подожди, это уже не разминка, это уже игра идет? Точно, ребят, это уже игра идет, блин. А я тут сопли жую. А я сопли тут жую, ребят. Как сопли жуй настоящий.
Господи, пойдем. Мы же кристалл должны защищать. Мы же не в нападение кристаллов, а в защиту играем. Рэй, ты че? Стоим, ребята, насмерть. Насмерть стоим, нахрен. Так, а катапульты есть сколько? Могу... Я могу... 4 катапульта выставить? Серьезно? Так, вы стойте здесь, а я пошел. Не знаю, куда. Куда-нибудь да пошел. Вон они. Они пойдут и снизу, и сверху. Красавчики мы, мои крысенышки. Крысенышки! Молодцы. Так, мы здесь отбились. Все круто. Я надеюсь, там ребята слабины не дают. Поставим еще одно крысиное гнездо. Вон! Друзья мои, босс! Им пофиг на то, что я там ору. Друзья мои. Думают, какой ты мне нахрен друг. Какой ты мне в жопу друг, а? Ребят, заведомо командная игра была проиграна, знаешь почему? Я тебе могу просто это объяснить. У нас в напарниках было два дебильных, блядь, лучника. Они для этого режима вообще не подходят. Ну не подходят эти лучники, ты понимаешь? Это дебилизм, блин. Маги нужны, маги. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Ублюдки. Просто, блин. Ну что ты там стучишь-то в дверь-то, корявый ты хайло, блин. Просто корявое хайло, ребят. Ну а что еще здесь делать? Смотри, смотри, кто-то ломится. Хай, ломится. Иди сюда. Засыха. Я вот кристалл сюда поставлю. Иди, иди, иди сюда. Вот она, ребятушки. Чего? Чего? Они что, оборзели, что ли, вообще, а? Не удалось, говорит, подключиться к серверу, прикинь? Не удалось подключиться к серверу, ублюдки. Отлично. Ну и где-то там. Я думал, что он в кустах где-то ныкается, нет? Шваль. Бегает где-то. Ёпа-маковка. Так, ну этот потянулся к нам, а где третий? Я за километр стою от них, от всех. Ладно, я этого мага беру на себя, наверное. Он где-то здесь, вшивый, бегает. Я посижу в кустах. Бежит. Так, уронили его. Бомба, бомба, это хорошо. Не надо, ну что ты взял? Ну, ну Рэй, ну что ты взял? Два цорка. Готов. Хмырь. Пойдем, родной.
Ну что там встал-то почти су... Ох ты, у него... Чё ты, швабра? Расхерачил, даже имя не спросил. Так, где мои зайцы? Блин, у них плохо, ребята, дело. Надо помогать. Надо помогать браткам. Родной! К сожалению, не помог я тебе никак. Мак! Твою мать, ребят, меня сжимает. Меня уничтожили, твари. Так, если ты воскресился, ты, блин, бомби по ним. Хер ли ты, блин, бегаешь-то, дураёб. Мудачьё, блин. Слов у меня нету. Ну, наказывать будем сегодня или нет? Давай, ребятушки, вставайте там в народное ополчение, блин. Смотри, 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 как... смотри, как поджилки затряслись. Смотри, как поджилки затряслись у этих тварей. Вот так вот, молодцы, красавчики. Чё, что там, еще кто-то? А кто? А меня-то кто под... А, нет, меня никто не подбил. Ну и что? Выиграли, друзья. Мы выиграли. Наша команда порвала этих хлыщей. Ну, порвали, друзья мои. Мы порвали, и это... Это было достойно. Это было достойно, это было приятно. Потому что мы победили. Иногда все-таки так хорошо, когда вот в команде незнакомые ребята сидят. Никто тебе претензий не кинет. Это с одной стороны. А с другой стороны, не поболтаешь особо сильно. Так, поехал я еще на трио режим. Смотри, какая бабка. Бабуля жесткая. Бабуля сама жесткач. Опа. Я вижу швабру. Ты промахнулся, радость моя. И тебе край. Лучник, спасибо, что... Молодцы, роднульки мои, пришли, красавчики вы мои. Знаете, что папа здесь, да, в беде? Увидели, увидели. За это я вам всем... Вот, поцелуйчики раздам. Так, смотри, 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 засыха идет. Ёпа-маковка. А я тогда сделаю тоже, ребят, я поставлю кристалл. Вот она, автоатака-то где? Вот она, автоатака-то где, ребят, страдает. Да, как ни странно, а в этом случае автоатака именно страдает, ребят. Почему? Я тебе сейчас объясню. Ну, он будет бить ближайшего противника. Блин, то, что у нас лучник. Ой-ой-ой-ой-ой, где же я остановился-то? Ну, дай мне что-нибудь хорошее. Чё он мне там дал? Водяного... И я не ошибаюсь? Нет. Друзья мои, у меня водяной голем. А он... Ну, я не могу сказать, что он один из топовых. Но он такой. Ха-ха, засыха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зета. Зету завалили. Фу. Бля, ребят, тут крысы. А-а-а, вшивый тут. Тут, друзья мои, вшивый крутится. Крутился. Опять, опять, что за станы? Выиграли? Но мы красавцы, просто, ребят, опять 5 убийств.
Так, я смотрю, Цоргер у меня... Опачки! Да неужели мы с тобой сделали это задание? Ну, наконец-то, ребят. Ну, наконец-то мы это задание сделали с помощью кристалла, чтобы уничтожить противников. Молодцы! Это что такое? Томпсон? Подожди, вы хотите сказать, что я получил нового персонажа? Или... Погоди... Ёпа-маковку, ребята, новый боец. Для меня, по крайней мере, для меня это новый боец. Томпсон. Вот. А улучшить-то я его и не могу. Я все думал, что это за гном постоянно бегает, засанный какой-то. А это оказывается Томпсон, ребят. Это, оказывается, был Томпсон. Так, ладно. Что у нас есть за... Слушай, за нашу магичку вообще ни хрена нету. У нас вот есть вот... за Кадиру. И за Бориса. За Кадира и за Бориса. Борис. Борька. Я понимаю. Борька это горько. Ну, надо играть. Надо играть, ребят. За Кадиру, блин. Ну, не особо я люблю лучников. Ну, ой, у нас еще в команде два их. Ну, что ты думаешь, что-то круто, что ли? Ну, вот смотри, против магов мы просто всасываем. Да. Да ладно, вы серьезно? У нас в команде три лукаря, блин, да я... это уже, ребят, не шутки, ни хрена, блин. Ну, три лукаря в команде, ну, вы чё? Три лукаря. Твою мать. Три лукаря. Друзья, я не знаю, что... Блин, где моя соска? Где сосочка? Блин, некогда уже сосочку смотреть. А где она, действительно? Давай в кусты вот здесь спрячемся и будем стоять. Где соска, блин? Куда я... А, на зарядку я поставил, дурачок, блин. И забыл. Ёк-макарёк! До инфаркта доведешь, папу Рея. Пойдем. Я не знаю, куда там лучник сиганул, но он звездюлей-то получает знатно. А так и надо, ребят. И Цорка также завалим. Угу. А он что, меня видит, что ли, сволочь? У нас такая, знаешь, тайная битва. До свидания, парень. Прикинь, мы как эти, как ночные лазутчики. Они не понимают. Я ее догоню, сволочь. Не догнал, к сожалению. Так, друзья мои, Борис Джонсон там был, ключевое слово был. Смотри, мы тут просто всех, ребята, расчекрыживаем на изи. Мы как эти, знаешь, как
Ну, действительно, как ночной лазутчик. А где-то у нас один... Вон он, ему нужно помочь, ребятушки. Шмара. Хотел сказать. Отлично, друзья мои. Семь убийств. Семь убийств. Моррисон Рэй сделал 7 убийств. И магический абонемент. Да, элементаль земли, это, конечно, хорошо, ребятушки. Но это не про мою честь. Я не достоин элементаль земли. Но у меня есть элементаль огня. О-о-о. Друзья мои, Ходзу, он хочет прокачаться. И я прокачаю его. Хэнзо. Я вот не видел тут еще многие. Вот этого я вообще не видел, ребята. Три дуэля. Это, наверное, охрененная редкость, чтобы получить три дуэля. Я пойду к нашим. Здорово, Снейк, змея. Как тебя звать? Снейк Роги. А меня просто звать Моррисон Рэй. Молодец. Вот и держимся здесь. Потихонечку. Подожди, а чё? Ёпрсты, я думаю, что не то. Хонзо, ты достал всех. О-о-о-о, у кого-то хилочка. Кто-то поставил, ребят, гнездо паучье. Смотри, 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 смотри. Твою мать. Засыха. Я надеюсь, его накажут. Так. Подтягиваются, подтягиваются. Смотри, два воина здесь. Шикарно. Мы все втроем здесь, в одной точке. Пойдем, дребетули. Ну, а где третий-то? Третий. Ой. Фигля, я смеюсь-то. Нормально. Гнездо поставим. Красавчики вы у меня. Просто красавчики. Помогу. Давай, 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 давай. Мага этого вшивого. По красоте. Атлас, Атлас сзади бомбит. Добомбился он свою. А-а-а. Мышка эта вонючая прицепилась. Давай сюда поставлю бомбу. И крысиное гнездо. Прекрасно. Еще гнездо и еще бомбу. Да не... Догнал, догнал все-таки. Я думал уже... Атлас опять здесь. И мега. Так, мне бы мегу, 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 мегу зацепи. Есть. Снейк Роги, отлично. Отлично, ребята. Вообще сейчас прям... Вот так вот я тебе скажу. Командочка, ну просто шикарно, ребята, отработала. Я думаю, ни у кого претензий не возникнет. Так, на любого бойца, да, 25 свитков. На любого бойца. В
плане, у меня хендзу 4 уровня, в отличие от моей. Хера себе! Это 4, это. А это 3 уровня. Вы что, ребят, моего любимого персонажа просто решили шварнуть? Просто решили, ребята, шварнуть, прикинь. Так, дай-ка я гляну сейчас по заданиям. Мне уже не нужна ловушка. А-а. Мне нужно копье. И этим копьем, блин, я должен, ребята, открыть сундуки. Тупанул. Я тупанул, друзья. Феррел, а что ты тут бьешься, а? Нахрен я взял только парашу. Талос. Практически как Танос. Сосун нище. Просто, друзья мои, сосунище, полное дно. Это у меня 4 крысы, что ли? Это я так раскачал себе. Так. Все. Слушай, 3 на 3. Талас. Копье. Блин, гад, а? Инвиз мой затырил. Оу, вот это я возьму. Возьму торнадо. Пока хорош. Ну куда ты побежала-то, ну? Ай-яй-яй! Я живу... А, все! Тут надо было просто уничтожить троих? Сигрид, пойдем-ка мы поиграем чуть-чуть с тобой. Что взяла? Невидимость. А здесь? Паучье гнездо. А где мои ребятушки? Так. Паучок-то мой, а? Какой бодрый был, видел? Но паучье гнездо можно ставить только одно. Так, где, кто, куда, что? Я-то где, не пойму. Вон я. Так.
У-ху-ху. Серьезно? Серьезно? Вот так вот просто этих щеглов размотали. А, у нас товарищ все-таки по команде одного шваркнули. Ждем. Пойду ему подсоблю немножко. Да он там наяривает похлеще нашего. Слушай, это опасно уже. О, дух, мне нравится дух. Как он душит, душит. Ребята, я лопухнулся. Я не увидел. В плане. Тут на выбывание. И чего? Мы проиграли, по ходу дела, да? Друзья, я не понял. Так, килку забрал. Ящик открыл. Бочка мне не нужна. Жнец. Жнец. У нас тут хорошо. У нас тут тепленько, так скажем. Не добежит, боюсь. Хотя добежит. В общем, 3, 3 и 3. Будет дырка. Почесали. А можем прямо здесь стоять? Но у нас не будет дополнительных заклинаний, как ты понимаешь. Но мы можем их подобрать. Но это не боты, ребят. 100% тебе говорю, это не боты. Так, хиляйся. Астайт. Лучник. Ну, не забывайте, ребят, про зону. Она уже пошла уменьшаться, ребят. Что там, кто увязался-то? А, все, вы здесь все. Молодцы, ребят. Они пошли своей дорожкой. Они пошли своей дорожкой. Они сказали, пошел ты, Рэй. Если надо будет, сам ты идешь до нас. И куда-то пошли, а я... А как это так? А как это? А как это так? Вроде бы прикольно, а с другой стороны, ребят, я могу просто... Ну, кто-то может ее просто... Слушай, враги где-то прям рядом. У меня вот прям чуйка. Я же тебе говорил, чуйка. Да опять я застрял, ну... Ребят, ну это фигня полная, ну как... Какого хрена он застрял-то, ну... Просто мой персонаж застрял, блин. Ты понимаешь? Ой, зона. Ёк-макарёк, ребята, зона.
Есть! Победа же за нами, мы же остались последними. Так что не гунди мне тут. Угу. Так, что у нас там? Блин, за Цоркера, что задание не... За Цоркера, за Бориса. Ну что, Борька, придется играть тобой. Не люблю я его. Ну, в плане... в плане играть за него. Но надо. Надо, друзья мои. Надо, Федя, надо. Да. Угу, Хензо подошел. Дудка Плювка тоже подошла. Погнали. Шваль, она думала, что от меня убежит, да? Магичку достал. Я отравлен, ребят, я не добегу, наверное. Да. То есть вы хотите сказать, что нас вот тут, тут разбирают, блин, взял Бориса, блин, называется, и... Нормально. Готов. Опять я отравлен. Да с какого перепуга? Кто меня травит-то постоянно? Птичник! Нас разорвали, друзья. Я занял третье место убийства. Вот так вот. Третье место. Третье место! Да, я думаю, на сегодня пока хорош. Хорош, ребятулечки. Слушай, она меня зацепила. Она... как Бравл Старс. Только пиксельная. А так она хороша. Легкая, ничего за собой такого не требует. Знаешь свое дело, идешь, делаешь, и все отлично. Так, друзья мои, вам всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!